Всем привет-привет! Доброе утро! Я иду на работу с протеинчиком. Детки поехали в садик, а я уже бегу. Через 5 минут начинается мой рабочий день, но мне до работы 1,5 минуты ходьбы. Как это прекрасно! Вчера тоже отработала, вчера делала все сама. И принимала еду, и помогала. Ну, кормлю я не одна деток, нас четверо. Вот, мне очень нравится. Ничего не могу сказать, что плохого. Все очень здорово. Так что все, я уже прибежала до работы. Увидимся позже. Ну все, я отработала хорошо. Сейчас мы едем, надо быстренько заехать в Пенни, купить кое-какие продукты. Потом едем к дедульке с бабушкой и потом заберем Климушку и домой. Интересно, что мы сегодня задавали, какие уроки делать. Вот. Завтра еще к детям придет Николаус, да? Да. Да? Маленьким. Так что надо будет кое-что взять. Приехали мы домой, купили клементины, как вы знаете, скоро Новый год, да? И сейчас очень много продают мандарин, очень много продают апельсин, и цены у них недорогие. Вот, получается, клементины первого класса, я взяла 3 упаковки по килограмму. Каждая упаковочка стоит 77 центов. Я взяла их 3 упаковки. Николяу завтра придет, Ирма, ой, блин, Изабель. Вот, купила я... Николаус, ты ждешь? Ждешь, но завтра придет. А вот, чайные пакетики купила я тут 50. Николаус, Николаус, пакеташи, аус, да, Изабель? Вот, 79 центов. Дальше блик, это получается бальзам, да, типа как Фэри, типа как Приль, ну, в этот раз я взяла блик, потому что Приль мне уже надоел. Он стоил 75 центов. Дальше Саша купил глюквайн. Глювайн. Я не знаю, сколько он стоит. Это он покупал еще днем. Сколько? 2,50. Дальше купила я био-морковку. По-моему, Саша говорит. Тоже он не помнит. Так. Био-морковка. Стоит она 75 центов. Здесь получается килограмм. Я взяла 2 килограмма. Дальше. Евро 59 стоит вот такие в унитаз. Ты ждешь? Завтра придет к тебе Николаус. Получается 12 батареек, 4,99 евро. Дальше вот такие вот евро 49, 2 зубных пасты. Вот они. Потом 4,89 евро. В этот раз я взяла персил, в прошлый раз Ариэль, в этот раз персил. Здесь на 18 стирок. Мне очень понравился Ариэль. Попробую теперь персил универсал. Дальше евро 99 стоит Криспис. Дальше не фольга, а как пленка, короче. Да? Сколько она стоит, я не помню. Сейчас я найду, скажу. Фолия стоит 89 центов, здесь 75 метров. Дальше взяла вот такие вот макароны. Макароны эти... Сейчас скажу. Стоит евро 19. Дальше взяла 1 килограмм... Сейчас, Изабелька, евро 39 стоит. Далее купили мы вот такой вот кофе. Здесь 200 грамм, 4,99. И взяли 2 связки бананов. Сейчас скажу, сколько за бананы я отдала. Так, бананы, получается, одни за евро я купила, другие за евро 15.
Так, еще я купила вот такой вот крем для душа, то есть как типа гель для душа, да, он получается зимний, очень вкусно пахнет. Я хотела поблагодарить всех тех, кто участвует в моем конкурсе, и поблагодарить тех, кто поделился моим видео. И так что, если вдруг выиграет человек, который поделился видео, то я положу вот такой вот гель для душа туда сверху. Всем-всем-всем доброе утро. Мы уже нарядили елочку. Вот так вот снутри смотрится наша квартира. Сегодня пришел Николаус и принес детям маленькие подарки. Такие вот, прям поближе сейчас покажу. Вот такие вот маленькие подарочки. Климушка уже побежал будить, еще не видел, что принес, но что-то уже принес. Вот, кричит там. И такой вот у нас стол. Кому интересно, вот такой вот у меня сегодня ужин. Огурчик, потом кобра, сыр и макароны. У нас уже поздно, уже 9 час, скоро пойдем ложиться спать. Так, хотела я сказать очень важную информацию насчет конкурса, который проходит сейчас на моем канале. Всех своих подписчиков, тех, кто участвует в конкурсе, я прошу, пожалуйста, откройте свои подписки, потому что когда программа будет выбирать победителя, я буду нажимать на вас, кто выйдет, да, победителем. Если я не увижу, что вы на меня подписаны, значит, я буду вынуждена продолжать и делать заново розыгрыш. И буду делать их до тех пор, пока не найду человека, который на меня подписан. Вот. Так что те, кто участвует, пожалуйста, сделайте это для себя, чтобы вы выиграли, чтобы я много раз не крутила эту рулетку, да? Вот, так что всем желаю очень-очень-очень хорошего вечера, доброй ночи, приятных вам снов, и увидимся уже завтра. Всем пока-пока!